на конкурс для labyrinth.ru. Номинация «Мой любимый поэт», Драницына Елена, 11 лет, стихотворение «Смотрел малыш на папу так влюбленно». Смотрел малыш на папу так влюбленно и крепко-крепко за руку держал. Звучал волшебный смех счастливым звоном, и папа будто в детство вновь попал. Они играли вместе на площадке, крутилась беззаботно карусель. А дома мама ждет, и все в порядке, там мишки, зайки, теплая постель. Малыш за шею папу обнимает, душа к душе любовь рекой течет. Уже сердечко маленькое знает, как здорово, что папа с ним живет. А рядышком с игрушечной коляской играла чья-то девочка одна. Не детскую печаль скрывали глазки, ведь детская душа без слов видна. Спросил отец кудрявого мальчишки: «Малышка, что за слезки мне видны?» Мне мама перед сном читает книжки, а папа не приходит даже в сны. Я вечерами мамочку жалею, она, бедняжка, очень устает. А с папой нам бы было веселее, но он другую тетю с дочкой ждет. Когда малышка все это сказала, похолодел от слов чужой отец. Мужское сердце искренне шептало: «Не разбивайте маленьких сердец, не оставляйте дочку или сына, вам не вернуть потом ушедших дней. Я верю, настоящие мужчины свободу любят меньше, чем детей».